your door. We'll never disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. Я не случайно начал сегодняшнее занятие именно с этой песни. Дело в том, что меня всегда интересовала способность некоторых вокалистов звучать в среднем регистре или даже в высоком регистре вот таким отстраненным, очень осторожным звуком. Этот звук очень хорошо подходит для исполнения проникновенных лиричных баллад. Ну, один из лучших представителей подобного приема, подобного способа режима звучания, это, конечно, Андреа Бочелли, итальянский тенор. Если вы послушаете, как он поет наверху свои знаменитые тихие ноты, пианиссимо, вы поймете, о чем идет речь. Нам необходимо ознакомиться вот с таким осторожным, отстраненным звуком. Я называю это пением в себя. То есть ощущение, что звук идет не вперед, по крайней мере, на гласных, а он идет в обратную сторону. Споем, например, такое упражнение на слоге «падам». Постараемся звучать как бы в затылок. Падам, 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 падам. Падам. Падам, падам, падам. Практически не выдыхаем на гласных. Падам, 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 падам. Падам, 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 падам. И так далее. Чем вы идете выше, тем экономнее вы используете дыхание.